Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Przypominam, wjechaliśmy do D6, swoją drogą witam was moi kochani bardzo serdecznie, jestem Marcisy, wy jesteście wie, to jest metro 2033, Redax. Wjechaliśmy działającą automatyczną kolejką do D6, bo z jakiegoś powodu działała. Dlaczego panowie nie siedzą? Противогазы, быстро! Но. Аккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Есть, товарищ командир. Хай-хай. Ciemno tu. Nie mam pojęcia, ile nam zostało do końca gry. Myślałem, że w sumie to już będą ostatnie odcinki, ale wygląda na to, że jeszcze troszeczkę. Czego nie mogę wejść? Wiecie, bym się nie zdziwił, jakby ta gra była zbudowana częściowo na assetach Stalkera. Za времен mojej służby w armii ничего nie изменилось. A этот комплекс будет постарше меня. Chociażby te dźwięki uderzenia nożem. Nie mamy ich, kiedy atakujemy nożem w Stalkerze, ale za to, kiedy kogoś trafiamy, to chyba coś takiego jest. Na ekstremalne случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Ну, еще хвилечка. Вытримаш. Добра. Ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. У вас что пошло? Артём! Там должны быть 4 старчера! Тут они. Соня? Uwaga. A, najpierw wszystkie pokrywy, okej. Okay. 2, 3 i 4. Brzmi na kropku po sygnalu. Czwarta. Pierwsza kropka. Okej. Tak, следующий. Третья кнопка. Молодец! Теперь давай дальше! Но? Вторая! Шиске. Ну, много! Давай, сынок! Ура! Слушай мою команду! Пытаемся запустить систему!
Prawie spadłem, ale żyję. Mogę ściągnąć maskę? Pusk. Mogę. Ничего не выходит. Давай же, еще раз! Ай, безнадега. Проклятие! О, прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Йо. Co to za ja... Big Nope. Shit. Shotgun. Dawaj. Napalm. Jak najbardziej. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Fuck. А, же вещь. Добра. Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём? Что? Co? Sorry, не слухаем. Coś mówiłeś? Но что если... Ага. Widzę, każdy ma pneumatyczną ładowarkę. Mogę to tknąć? Chyba nie. Ale déjà vu. Proszę nie wybuchać. Теперь тихо. Пошли. No cicho, bo się zawieszą komputery. Notatka. Nadal trudno mi uwierzyć, że wszystko to zbudowali ludzie, a nie jakieś bajkowe olbrzymy. Nie tylko zresztą mi. Nawet wiecznie wyluzowany i pogodny Ulman wyraźnie skurczył się w sobie na widok budowli tych rozmiarów. Czemu miał służyć ten kompleks? Po co go postawiono? Żeby trzymać atomice. Gdzie podział się jego personel i dlaczego nikt w metrze nigdy o nim nie słyszał? Podłoga jest usłana zużytymi magazynkami. Musiała tu się rozegrać ciężka walka, ale nie ma żadnych ciał ani kości. Co się tu właściwie stało? Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудование. Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый уничтожен. Второй... Не боеспособен. Третий, четвертый, пятый, восьмой, десятый. Да быть этого не может. Вот, вот он. Один есть.
Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Чекай, кто-то забыл. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Что, не иди сам? Не иди сам? Вау. Инновация. Что мне угрызло? Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Не знаю, чи... Не слушаем до конца, чи казал мне идти с собой, чи не, але наивыразней так. Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Халло, ноупы? Byle nie. Ja nie chcę. Лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Не ломишки ютру. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. Не вам фильтров. Не вам ниц. Не вам фильтров, не вам тычек. Идите ко мне, друзья. Давай сюда. Угу. Это же я не мам амуниции. Амуниция как вам. А не мам аптечек, а не маски. О, файне. Жеганый крут на свете. Раздать. Ciekawe, czy tu gdzieś leżą maski gazowe. Diabo! Fum. Lift jest здесь. To dwie zaperta. Przydziecie idzie w obchod. Wpierw, no akuratno. I przykrywajem drug druga. Wydaje mi się, że ta gnida jest nieśmiertelna. Chyba możemy mu zaufać. A вот и питомцы сухого обезьянника. Идите ко мне, друзья. To gówno można otwierać. Wtedy nie wypluje innego gówna. Mam bardzo urozmaicony wokabularz. Co nie? Rozdacie. Podchodzi pan na mój. Ale głośno oddycha przez tą maskę. Dawaj, dawaj sobie. Przynajmniej nie drze się jak w Skyrimie. Wiecie, tej gównianej gierce.
Pamiętacie, jak tam się postać bohatera drze, kiedy macha mieczem? No właśnie. Aha, вот он. Надеюсь, он еще работает. Володя, замкнешь гембе? Ульман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю, поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Фак. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. За что издохну? Это мерзость, на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Шипко, 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 я такой нет. Урвику, то сюда и чимить сочь до дыхания. Есть. За уж. Пиво. Ага. Так мне в лапе 4 минуты. Надеюсь, он еще работает. Myślałem, że to się Wołody tak chciało nawet żartować, a to jednak Ulman. Któż by inny? Czym są te istoty? I czy można je tak nazwać? Czy same z siebie zrodziły się wśród ruin Starego Miasta? Czy ktoś je powołał do życia? Nie mają w sobie nic naturalnego, są zmutowane pod każdym względem. Trzeba je wyeliminować, zanim one zrobią to z nami. Tak samo jak cienie. Albo ten świat powróci w nasze ręce, albo stworzenia, które znalazły się tu teraz, wytępią nas co do jednego i będą same kontrolować historię ewolucji. Nam pozostawiając rolę nieistotnego przypisu na jednej z kart. Nie mamy wyboru. Ogniem i mieczem musimy odzyskać prawo do spuścizny naszych przodków. Zajmiemy należne nam miejsce i wygramy tę ostatnią bitwę. Albo zginiemy. Фильтры. Ульман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Что нам интересно, что дьявол Гаусса достанем его? Миллера. Реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Это мерзость, на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Kurwa, załóż to. Dlaczego on nie zakłada filtrów? A no tak, bo nie ma maski założone. Pierdolę, jak nienawidzę tych zapisów. Daliby mi zapisywać. Nie, muszę za każdym razem przesłać tej pierdolonej cutscenki.
Przepraszam bardzo, nie cutscenki, tylko po prostu scenki. Urman, ja może sobie pofarmię w tym czasie. Ja починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Зайдешь за меня? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа. А там полезь наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Мам, молотову в паре. Это мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут я надеюсь, же... Działa? Działa. Co do kurwy? Aha, вот он. Надеюсь, он еще работает. Народный Петров, мы ждали вашего подключения. Что было? Починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа. А там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Это мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Надеюсь, он еще работает. Если еще раз по сцене бы на дичей углядал, то... То кончу. Сори, але... О, те катсценки... то не сон катсценки, то сон сцены по просту... Як я в сумме назвать? Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Это место на полу наверняка ядовитое. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Давай скорее. Ага.
Co mnie ugryzło? Nie.